Ты хотела мне что-то сказать, Инкарнасьон? Да. Да, мне не хотелось бы тебя беспокоить, но дело важное, и я должна тебя предупредить. Обязательно. Хватит загадок. Если пришла, говори, что хотела сказать. Я приказала предупредить твою сестру. Асунсьон? Здесь, на свадьбе Марии? Мануэль, ты прекрасно знаешь, как ее любит Мария. Она не простит, если тети не будет. Вспомни о том, что сегодня она выходит замуж, и ей будет очень обидно, если вы поругаетесь. Очень обидно. Асунсьон здесь. Ты не должна была так поступать. Не должна была. Мануэль, Асунсьон твоя сестра и тетя Марии. Я прошу тебя, пожалуйста, забудь раз и навсегда разногласия. Пойми, наконец, что у нее есть полное право приехать на свадьбу племянницы. Пинеда, рада вас видеть. Я очень вам благодарна, что вы пришли, и простите за беспокойство. Это не беспокойство. Я выполняю свой долг, к тому же с удовольствием. Особенно, если речь идет о такой семье, как ваша. Похоже, я пришел несколько рановато. Ну что вы, в самый раз. Просто другие гости задерживаются. А я воспользуюсь случаем и предложу вам пирожное и рюмочку ликера. С удовольствием приму ваше предложение. Доминго, подойди. Подай святому отцу ликер и пирожное. Обязательно. Извините. Но все будет хорошо. Молодец. Да, дочка, все будет хорошо. Все приглашенные уже съехались. Виктория, прошу тебя, не могла бы ты спуститься к гостям, а заодно перестань тревожить сестру? Да, мама. Мария, все будет хорошо. Я тебе обещаю. Наступает время. Пора, дочка. Я хочу, чтобы ты стала самой красивой невестой, какую только видел и увидит наш город. Ты уже закончила? Да, мама. Если вы не против, позвольте мне переодеться самой. Мария, дочка, где же видно, чтобы невеста переодевалась сама? Тебе нужно помочь? Пожалуйста, мама, это моя последняя просьба. Мне нужно побыть одной. Пожалуйста. Ну хорошо. Только прошу тебя, не волнуйся и не задерживайся. Хорошо? Хорошо.